Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сообщила, что ее свадьба в Сочи состоится 1 августа. Двухдневное торжество посетит огромное количество VIP-гостей, а сама невеста порадует всех пришедших сразу несколькими роскошными свадебными платьями. Автором главного наряда для спортсменки стал известный отечественный модельер и друг семьи Татьяны Навки Валентин Юдашкин. Добавим, о том, кто именно является женихом Татьяны Навки, официально по-прежнему ничего не сообщается. Однако СМИ приписывают ей роман с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Подписывайтесь на наш канал и получайте еще больше свежих и интересных новостей со всего мира, а также заходите на наш сайт. Всем пока!